Привет, друзья! Добрый вечер, команда «Карьера онлайн». Поставьте плюсики, восклицательные знаки, кто нас слышит, видит, и видите ли вы слайды. Ждем обратной связи. Не надо плакать от счастья, нужно плачьте, радоваться. Плачьте, девчонки, слезы – это неплохо, особенно когда от счастья. Нужно радоваться за себя, за своих партнеров и двигаться дальше. Друзья, и сегодня мы с вами собрались в нашем потрясающем банкетном зале по случаю подведения итогов нашей команды, работы нашей команды в каталоге номер 14, каталоге Oriflame 2016 года. Бурные аплодисменты нам с вами, потому что поработали мы очень и очень круто. И по результатам 14-го каталога товарооборот нашей команды составил более 14 тысяч баллов. Это только по России. Wellness составил 2482 балла. В нашу команду пришло 105 новых человек, 105 стартеров. Новичков. Новичков. Это ребята, которые решили попробовать свои силы в новом для них деле. И из них 36 уже успешно стартанули, став рекрутами, разместили первые заказы. И 10 человек прошли первый шаг стартовой программы. Где ваши ладошки? Ну-ка, давайте поаплодируем. Ура, ура. Отличный переход. И в команду вернулись 16 человек, поняли, что без нас хорошо, а с нами лучше. И решили к нам вернуться. Ребята, это все наша работа с вами. Труд, да, и вот это пальчики, которые бьют по клавиатуре, рассылают сообщения, дали вот такой вот классный это результат. Это заслуга каждого из вас. И аплодисменты вам. Вы молодцы, лучшая команда на свете. И хотим теперь поздравить наших участников премьер-клуба, наших активных партнеров, которые из каталога в каталог получают зарплату, которые пришли в команду строить свой бизнес. И таких людей у нас в каталоге номер 14 – 49 человек. Супер. С заказами от 150 баллов и выше, то есть участники премьер-клуб. Суммарно эти 49 человек совершили заказ на чуть более 8300 бонусных баллов, то есть больше половины, 57% от общего товарооборота совершили. Круто. 49 человек всего. Молодцы! Итак, давайте же посмотрим. Топ-10 самыми мощными заказами, всего 10 человек, сделали покупочку на 2760 баллов. Круто? Вот еще таких 10, почти директор. Да. И первое место занимает Донского Булавцев с заказом на 854 балла. Ребят, даже, я не знаю, не спрашивайте, как мы это делаем, мы ничего специально не делаем. Все наши секреты есть в видео на нашем канале, как не делать 150 бонусных баллов. Вот именно по данным, совершая данные действия из каталога в каталог, каждую неделю, каждый день, данная цифра 854 для нас это уже, честно, не удивление. Норма. То есть это норма, да, это норма. Второе место у нас занимает Склеренко Мария, 290 бонусных баллов. Фомина Луиза, 227 баллов. Четвертое место Труфакина Анастасия, 215 баллов. Пятое место Мальцева Ольга, 206 баллов. Кстати, Ольга наш лидер, мамочка троих детей. Да, и по совместительству директор компании Oriflame. Шестое место занимает Жилина Людмила с результатом 198 баллов. Седьмое место. Мамочка четверых детей. Всех надо, да, помыть, побрить, делать красивыми. Варгина Наталья, 195 баллов. Молодец, Наташ. Восьмое место. Макарова Зинаида, 194 бонусных балла. Мамочка двоих детей. Девятое место. Безумова Виктория, тоже мамочка двоих деток, 191 балл. И замыкает десятку лидеров Рябова Лариса с результатом 190 бонусных баллов. Молодцы. Обратите крутят. Внимание, какая борьба. Буквально баллы единичные. Ну, они-то баллы. Не боролись, просто взяли ну, что, фактически, что им да, нужно. Да. И все. Итак, теперь давайте подведем итоги работы нашей команды по wellness-продукции, по wellness-потреблению. Насколько активно мы используем в своей жизни продукцию wellness. В 14-м каталоге суммарно наша команда потребила продукции Wellness на почти 2500 бонусных баллов, что составляет 16,5% от товарооборота. Круто. Хороший прям переход. Топ-10 заказами
по wellness составила суммарно 1354 балла. Ну-ка, кстати, плюсики, кто wellness пьет с удовольствием и уже Сейчас получает проверим. результаты. И топ-10 первое место занимает Донского плюс Булавцев, 222 балла. Друзья, но здесь вот секретов вообще никаких нет. То есть продукция wellness у нас вся только для личного потребления. Не Да, все. не вся, да. Вот в воскресенье отвезли друзьям для их дочери детские витамины и омегу-3. Все остальное только для нас. Да, просто если у нас кто-то хочет уже пить wellness, мы этих людей только однозначно регистрируем и учим их оформлять подписку. Да, рассказываем им о выгодах, какие они получают, регистрируясь в команде и оформляя подписку. Второе место занимает нас Рябова Лариса, заказан 172 балла. Третье место Бахмутова Олеся, 141 балл. Круто. Четвертое. Талиева Вероника, 132 балла. Пятое Гагарина Светлана, 125 баллов. У Светланки трое детей, да, всем нужны витаминки. Молодцы. Шестое место. Вертей Аня, 111 баллов. Седьмое. Никонова Ксения, 109 баллов. Восьмое. Алексеева Татьяна, 91 балл. Девятое. Мальцева Ольга, 89 баллов. Десятое место. Два человека. Гладкая Анна и Склиренко Мария по 81 баллу. Молодцы. Ура! Да круто, да? Хорошая мотивация. И рекомендуем всем нашим партнерам, которые пользуются, употребляют продукцию Wellness, пишите результаты от использования данной продукции. Хвалитесь своими достижениями. Снимайте Что с видео. вами произошло, в какую сторону, ну, естественно, в лучшую сторону, что изменилось, на сколько килограмм похудели, сколько сантиметров в объемах скинули и так далее. Можно я расскажу? У Расскажи. нас четыре каталога подряд. Казначеева Ирина, она живет в Саратове. Она сделала подписку Wellness Life Plus женскую. То есть там был суп, коктейль, витамины. То есть три продукта Wellness Life Plus. И она пропила вот четыре шага. Там четыре раза приходит Wellness Life Plus. Результат минус 8 килограмм. Представляете? Без усилий, без То есть специальных без диет, да, тренировок. без каких-либо дополнительных программ питания, просто включив в свой рацион продукцию Wellness. Вообще круто. У нее сейчас просто компьютер не работает. Ребята, она обязательно расскажет свои результаты. Сказала, что стала себя лучше чувствовать, несмотря на то, что осенний, вот этот зимний период, когда переход из лета, да, всегда организм ослабевает. Чувствует, говорит, себя бодрый, живой такой, классный, говорит, как никогда. В восторге просто от этой программы. Так что вперед! Ну и переходим к интересной, самой такой классной программе для новичков. Стартовая программа. Программа, в которой наши новички имеют возможность получать потрясающие наборы всего за 199 рублей. И у нас Анахина Елена забрала четвертый шаг стартовой программы, самый вкусный, аппетитный. Это у нас персональная группа Лири. Ага. И продолжаем говорить о персональной группе Лили. Степанова Яночка, наш новичок, который сама попросилась в команду, прошла первый шаг стартовой программы, очень бодро, так динамично, по-моему, с огромным удовольствием. Говорит, было бы время побольше, и 150 баллов бы легко сделала. И я хочу поздравить очаровательную молодую мамочку двоих деток, Гришину Наталью. Она не просто, да, очаровательна, так она тоже сама попросилась к нам в команду и сразу же разместила заказ на 80 баллов. Ну, честно, вот если было бы больше времени, сделала бы, конечно, сразу первый шаг. Я уверена, что Наталья не просто, да, и Яна, кстати, Наталья, не просто будут потребителями и такими активными как-то ходоками по стартовой программе, это бизнес-партнеры, которые нацелены на серьезный результат. Которые сами попросились в команду. Это о Повторяемся. многом говорит, так что вперед! И передаю микрофон менеджеру Булавцеву Михаилу. Спасибо. Друзья, рад приветствовать повторно. И теперь подведем итоги работы моей команды в каталоге номер 14. И сразу хочу начать подведение итогов с новых результатов. У нас Ну-ка. в 14-м каталоге есть результат консультант 3%. Это Наталья Кузьмина, которая пришла к нам в Пришла, команду увидела, и победила. через уже
На второй день она совершила заказ 100 баллов. Прошла первый шаг стартовой программы, об этом мы чуть позже скажем. Поговорил я с ней о том, как вообще работать, как получать зарплату, для чего нужны 150 баллов, на что Наталья сказала, 150, да легко. Я не понимаю людей, которые просто делают меньше. Через день у нее уже 155. Итого, если посчитать все выгоды, которые получает новичок, придя к нам в команду и достигая самой первой ступеньки по лестнице успеха, на примере вот Натальи, Наталья получает у нас в пересчете в обычную, привычную для всех ежемесячную зарплату почти 3000 рублей. Круто. Практически ничего не делая, просто присоединившись к проекту. Нет, ну она сделала покупочку, но, скорее всего, она бы все эти продукты также купила бы и конечно, в магазине. Конечно, в магазине за большие деньги. Так. Поздравляем, да? Наталью еще раз. И теперь переходим к активным новичкам, которые пришли к нам в проект и активировали свой личный кабинет, включились в работу. Это Балдина Татьяна, Кузнецова Анастасия, Иванова Анна, Лукьяненко Наталья и Машкова Галина. И хочу отдельно выделить Иванову Аню, которая на протяжении буквально нескольких дней просто заваливает нас... Тьфу-тьфу. Да, заваливает нас новичками, кандидатами. Она, я не знаю уже, сколько человек пригласила на телефонные разговоры, их очень много, то есть активно взялась в работу. Разговариваем, да. Работаем. Кстати, Гришина Наталья то же самое делает, очень активно. Я сегодня уже сделала 4 звонка по ее рекомендации, так что работаем хорошо. И стартовая программа, в данной программе я хочу повторить Кузьмину Наталью, которая у нас прошла успешно первый шаг стартовой программы. Желаем удачи и прохождения последующих шагов. Премьер-клуб, друзья, активные партнеры нашей команды. Таких у нас 13 человек с заказами от 150 баллов и выше, суммарно совершившие заказ на 2000, почти 300 бонусных баллов. И кто же это? И это Худякова Катарина, Ежова Мария, Рубцова Алевтина, Бахаева Екатерина, Булавцев Михаил, Кузьмина Наталья. Обычно мы не читаем таких, я уже забыл. Разницына Наталья, Герман Виктория, Соломатина Юлия, Лукоянова Елена, Макарова Зинаида, Варгина Наталья. Ты как в рекламе говоришь, быстро-быстро-быстро. Спасибо большое за внимание. Поздравляем всех с потрясающими результатами и двигаемся дальше. Как сейчас... на том слайде, дерзай, действуй, достигай. Да, но мы-то еще вернемся. Сейчас я хочу передать микрофон Марии Склиренко. Чем отличилась их команда, вы сейчас сами узнаете. Но в этой команде наибольшее количество рекрутов за каталог. И команда Марии Склиренко взялась активно за работу с теплым рынком. Поэтому хватай, Маш, микрофон. Привет, как же меня слышно? Поставьте плюсики. Не вижу, чтобы меня слышно. Ага, все, вижу. Представлюсь, кто не знает. Ну, Лили меня уже представила. Зовут меня Мария Склиренко. Очень радостно видеть свою команду в комнате. Старичков, так и новичков. Давайте я быстренько представлю. Голоса нет. Думаю, что меня слышно. Мария Склиренко, 7 личных регистраций, 290 баллов личный заказ и 50 каталогов уже в премьер-клубе. Давайте дальше. Я так кратенько о каждом, что можно сказать. Наталья Алешина. Действительно, Наташа у нас девчонки, Наташа, Людмила, да, дальше я не скажу, взялись за теплый рынок. 10 личных регистраций, у нее 155 баллов личный заказ. Та же Людмила Викуина, 9 личных регистраций. Чего-то Лилия замелькивает. 9 личных регистраций, 158 баллов личный заказ и 12 каталогов в премьер-клубе. Людмила Викуина, получается, Наташа в команде Людмилы. Вот. Наташа Алешина в команде Людмилы. Да, давай дальше, Лилия. Запутала меня. Дальше у нас идет замечательная девушка с Камчатки, вернулась к нам в команду. Мария Ганс ездила к Лиле в гости, к Лиле с Мишей.
и с новыми силами взялась за работу. 150 баллов личный заказ, ну и спонсор я. Думаю, что все у нас получится. Безумова Виктория, тоже после недолгого перерыва. Так замечательно, когда такие партнеры возвращаются, верные, да, надежные. 191 балл, вернула себе 9% менеджерский уровень. Вика молодец, тоже Вика у нас издалека, с Ямало-Ненецкого округа. Я сама с Ханты-Мансийского, поэтому мы все, кто на Камчатке, кто на Ямале. Дальше. Викина команда. Талеева Вероника, 177 баллов личный заказ. Тоже вернулась. Вика ее разбудила в том каталоге, когда был позатом, когда была акция для спящих. Вероника, молодец, поздравляю. Не было еще минимум 150 баллов заказа. Всегда приехал Воробьев Сергей, 150 баллов личный заказ. 14-й каталог уже в премьер-клубе. Тоже очень надеюсь, что Сергей возьмется за работу, пока он немножечко сомневается. Видимо, в своих силах. Поминал Луиза. 227 баллов. Видите, заказ Луиза нас поражает своими заказами, но является, в принципе, просто потребителем. Такие потребители тоже бывают. Мы их тоже любим и ценим. И дальше такие новенькие звездочки, можно сказать, у нас в команде. Это Алевтина Новикова, у нее одна личная регистрация, решила ее тоже отметить. И спонсор Людмила Викулина. Альбина, называет на себя по-разному, ВКонтакте просто Альбина, очень старается, рекрутирует, учится. Да ну все, думаю, получится. Стихами договорила. Давайте дальше. Куличкова Ольга. Стартер 14-го каталога, появилась такая звездочка у Наташи Алешиной в команде, сразу сделала 110 баллов личный заказ, прошла первый шаг стартовой программы и тоже учимся рекрутировать. Буквально в последние дни каталога сделала заказ, решила сразу на 110 баллов. Батакус Канунбаева, стартер 14-го каталога, 6 баллов. Баллов личный заказ, тоже спонсор Наталья Алешина. Анастасия Мещерякова. Не меняем спонсора. Спонсор Наталья Алешина. Могу сказать, на что в этом каталоге замечательно поработала с новичками. Стартер 14-го каталога, 3 балла личный заказ. Все девчонки хотели бесплатную регистрацию и, в принципе, шли к этому. Елена Викулина, здесь уже спонсор Людмила Викулина, думаю, вы понимаете, что фамилия одна, это сестренка Людмилы. Сейчас она находится в комнате, активно проходит школу, заканчивает 5-е задание вчера, молодец. И личный заказ 33 балла. Стартер 14-го каталога. Да, изучает школу, просто молодцы. Ирина Конькова, вернулась у нас девушка, раньше была в проекте. Написала спонсор Мария Скоренко, немножко, конечно, стукалила. Вернула ее Лилия Донского в команду. Это просто в моей новой веточке она сейчас. Стартил 14-го каталога и 21 балл личный заказ. Дальше давайте. Вот, это моя, в принципе, новая ветка, где находится Ирина. Сергей Аксаев, стартер 14-го каталога, спонсор Мария Скляренко, 50 баллов, личный заказ. Прям радует меня в этом каталоге рекруты. Наталья Кухтина, новый уровень консультанта 3%. Наташу, может быть, пока не очень видно, но очень старается вернуться в работу. Звонила, тут знаю, что сама Людмила Викулина, как и что ей делать, и личный заказ 10 баллов. Спонсор Людмила Кулина. Думаю, что обязательно все получится. И также новый уровень 3%, личный заказ 165 баллов. Первый раз вошла в премьер-клуб Шеева Цурана. Спонсор Людмила Викулина. Также вышли на 3%. Быстренько прочитаю. Терешкина Анастасия, Зарельяна Шахаева, Елена Слова, Анастасия.
Ракова Светлана, Протасова Екатерина, Ивай Инга, Сизова Ольга, Туркова Анна, Локитина Ирина, Свирова Анастасия, Николаева Полина. Мы отдельно поздравили, много кто откликнулся. Думаю, что кто-то вернется к работе. Наши кип-потребители, те, кто любят нашу продукцию, не буду читать уже. Действительно, с тем я что-то маханула. Думаю, кто, кому надо, свои фамилии увидят потом на видео. Так кто пользуется нашей продукцией, делает небольшие потребительские заказы. Давай дальше. Ну, это такая мотивация. Дела идут лучше, когда достаточное количество людей решает, что они могут идти лучше. Мир меняется, когда простые люди идут вместе к общей цели. Кофе Анна. Мы одна большая команда, и если мы вместе будем идти к своей цели общей, у нас, конечно, есть маленькие цели, но есть огромная общая цель, к которой мы обязательно должны прийти вместе. Всем пока, всем спасибо за внимание и спасибо за работу. Всем добрый вечер, как меня слышно? Поставьте плюсики в чате. У меня есть звук, ура! К сожалению, Олеси звука не было. Всем добрый вечер. Всех поздравляю. У кого какие результаты были в прошлом каталоге, я представлю команду Олеси Махмутовой. Сейчас на этом слайде представлена часть, маленькая часть. Листайте дальше, Олесь, кто там? Кто рулевой? Листайте дальше. Вот, это другая часть Олесиной команды, конкретно моя веточка, мои любимые девчонки. Я убавила, вроде убавила, еще убавить. Так лучше? Лучше, отлично. Листайте дальше. Поздравляю рекрутов. У нас в этом каталоге, конечно, немножко поменьше, чем в прошлом, но тем не менее мы тоже работаем, активно стараемся, учимся более качественно работать с людьми, с новичками, вводить в работу. Нам, конечно, еще учиться, но мы хвост торчком и вперед. 5 рекрутов, шагали, не буду перечислять тут, может быть, кого-то, чтобы не обидеть, если не выговорю правильно. Листайте дальше. Поздравляем! Первый шаг стартовой программы прошла Кудиенко Александра, спонсор Алена Попова. Получает она набор молоко и мед за 199 рублей. Шикарный набор, вообще классный, я обожаю. Участники премьер-клуба 13 человек. Это те люди, которые получили начисление и сделали личный товарооборот от 150 баллов. Листаем дальше. Wellness-команда наша, мы продолжаем активно потреблять wellness. У нас wellness-участников уже больше, чем премьер-клубовцев. Это о чем говорит? О том, что мы все, во-первых, высоко оценили качество и действие, результат самого продукта и продолжаем им пользоваться. Причем, вон, у нас на первом месте Лариса Рябова, 170 баллов. Только по одному wellness, она уже только с одним wellness ваш Ньерк-клуб. Очень любим wellness, особенно сейчас в осенний-зимний период. Я вообще просто по себе сужу. Витамины – это на первом месте. У меня и дети, и я, и всей семьей вообще не можем уже без этого продукта. Листаем дальше. Листаем дальше. Все. А на этом все. Всем успехов, быстро пробежали. Все молодцы. Идем вперед. Осваиваем новые просторы. До свидания. И снова мы с вами вместе. Как быстро всех поздравили. Прям чик-чирик и все, молодцы. Правильно. Ребят, вы знаете, очень горжусь вашими результатами, классными командами. Жалко, что не все команды вышли с поздравлениями сегодня. Ну, значит, они отдельно своих поздравят. Но я вот просто вижу в комнате, у нас присутствуют девочки из команды Ани Салимовой, Наташа Григорьева, Оля Амангалиева. Это тоже постоянные участники премьер-клуба, активные партнеры, которые не только работают с продукцией, но и рекрутируют. Вообще супер просто. Я хочу вам выразить тоже огромную благодарность за ваш
знаете, как за приверженность, за любовь к компании, к команде, за то, что вы выкладываетесь на 100%. И, конечно же, каждому из вас я хочу пожелать еще больших результатов. И встретить своих корабликов, никогда не останавливаться, а только вот, знаете, видеть, как говорится, вижу цель и иду к ней. Потому что только мечты окрыляют людей и дают энергию, веру в будущее и результаты. Равняйтесь на лучших, равняйтесь на самых сильных, смелых и успешных. И чтобы вы, когда вы смотрели ролики с банкета директоров, с международных конференций, с бриллиантовых конференций, видели там себя. Не писали, что я хочу там быть, я хочу оказаться со своей командой, хочу, мечтаю, а говорили, я там был. Вот он я на видео, вот моя команда, мы стоим с чеками. То есть не хочу, а есть, делать. Да, и в ближайшее время у вас есть возможность поучаствовать в одной из самых мощнейших конференций в истории Oriflame. Это конференция в Болгарии. Это конференция на лайнере. И, вы знаете, это юбилейный банкет директоров. Да, банкет директоров. Вы знаете, если даже вы думаете, что нет, я не смогу, у меня не получится, ребят, выкиньте все сомнения за борт вашего корабля, вашего лайнера, и вперед к победам, к успехам. Идите сами и ведите за собой людей. Потому что вот это один из тот бизнесов, где только командой можно победить. Только помогая побеждать другим, вы победите сами. И мы вам желаем мощных результатов. Зажгите 15-й каталог. Это, знаете, один из самых таких вот сильных каталогов в нашем бизнесе, когда идет рост по продажам. 15-й, 16-й, 17-й. 1-й, 2-й, 3-й. Да, у нас с вами... И так по кругу, все, да, подряд. Каждый каталог прекрасен, поэтому не надо там думать, что когда-то там я смогу или не смогу. Вы сможете, у вас все получится, потому что вы мощные партнеры лучшей на свете компании Oriflame. А теперь встали и пошли делать рекламу. А теперь рекламная пауза. Да, мы вас очень любим, классно. Мы видим, как каждая команда стала зажигать вот по-своему, да, вот прям молодцы, обмен опытом идет потрясающий. Мы вас любим. До встречи через пока-пока. 3 недели повторится такой же банкет, и вы должны быть на этих открытках, на слайдах, чтобы мы вас поздравляли уже с новым результатом, с новыми достижениями. Пока!